Даже не как-то принесите сюда там. Не перечеркните, ни другой не поставлю. Ну тут всю жизнь так. Нет, был совхоз, газ тут был. Сейчас нет. Сейчас этого нет. Так у меня и жена, и у меня есть сестра, и семья, все есть. Вот и когда я душу. А это нет, это бесполезно. Это вообще не работает. Не работает. А вот пицца. Кто у вас здесь живет? Вы здесь прописаны вообще? Как нет. Как вы здесь живете? На каких правах? Ни на каких принципах. А здесь никто не прописан. И она не прописана. Никто этим не прописан. Ну мы-то прописаны. Прописаны, да? Значит, мы живем, интересно, правда, как в сказке. Опять сюда приписала? А почему бы свою квартиру не приписала? Где? Я говорю, я жизнь считала, что удалась, если у меня будут с потолка не текут. Это получается нецелевое использование бюджетных средств. Нецелевое. То есть завтра разрушится один из домов, потому что там ничего не проводится давно. Дети погибнут, не дай бог, да? Не дай бог. И вот это нецелевое использование средств. Ответственных нет никого.